Юрию Крысину устроили коридор позора. Дарницкий райсуд столицы снова перенес рассмотрение дела, в котором он фигурирует, на 15 марта. После заседания Крысин долго не решался выйти из здания, опасаясь нападения активистов. Через час все-таки покинул суд в сопровождении полицейских и попал под плевки, обстрел снежками и поток оскорблений. В конце концов, ему удалось добежать до автобусной остановки и уехать. Напомню, за причастность к убийству журналиста Вячеслава Веремия Юрия Крысина приговорили к 4 годам лишения свободы условно. Прокуратура обжаловала приговор. Бачиш, ты хотел убить Украину? Подавись, не убей!